главное предложение только сегодняшнего дня в рубрике «Мода. Уникальный день». Ликвидации. Сегодня впервые попадает в ликвидацию наш любимый бренд Артесса. Причем действительно уникальная коллекция, когда комплект «Златослава», который пользовался популярностью, который буквально каждые 5 минут распродавался в количестве более 500 комплектов, сегодня по уникальной цене. Мы делаем вам подарок. Это ликвидация, это лучшие цены. А самое главное, что сегодня комплект «Златослава» от бренда «Артесса» представляет наша любимая представитель бренда Алина Ведельгаус. Девочки, комплект сегодня обожаю. Я безумно рада. Мы привезли новые расцветки. Давайте на них скорее посмотрим. Эта расцветка в вашем заказе будет называться... бабочки на синем фоне, и вы, наши прекрасные модницы, будете порхать, как бабочки в этой расцветке. И вот она, смотрите, какая мечтательная. Надписи на молочном фоне. Здесь, кстати, притаился и леопард, которого вы так любите. Мне кажется, что для творческих, мечтательных особ это то, что нужно. А сейчас, внимание, расцветка, которая закончится в первую очередь. Ультрамодная, камуфляж. Тренд на камуфляж не проходит. Мы знаем, как сделать его женственным. Это мой личный выбор. Мне он очень понравился. И, конечно, еще мне нравится, что основа здесь – это черный фон. И вот такие вот камуфляжные вставки. Очень стильно. Геометрия, геометрические фигуры. Вот так называется эта расцветка. Абстрактные фигуры, которые будут запутывать глаза окружающих, и вы станете стройнее минимум на 5-7 килограмм. Очень удачная расцветка также на темном фоне. Что отличает... выбор? А мой выбор? Да, давайте скажем, что это цвет, который называется «синяя клетка». Мне он очень понравился, потому что именно здесь бомбер такой, да, бомбер ком-то, который освежает. Причем, если вы загорелые, если у вас светлая кожа, он будет шикарно смотреться всегда. Но самое главное, скидка 44% сегодня на уникальное предложение, которое обожают наши телезрительницы. Я выбрала для себя размер 48-50, он сдвоенный. У нас есть от 48 до, внимание, 74-го. Как выбирать, по бедрам или по верху, по груди? Смотри, так как размеры сдвоены, старайтесь выбрать тот, который вы покупаете чаще всего. Например, мой размер сверху 60, а снизу 62. Я точно попадаю в размер 60-62. Но я хочу сказать, что именно этот костюм я себе купила чуть побольше, потому что я хочу такую вальяжную свободную посадку. Поэтому, если вы хотите такой более прилегающий силуэт, как вы сейчас видите на наших девочках, выбирайте свой размер. Если вы хотите чуть больше свободы, как мы любим с Леной Мироненко, да, чтобы такие напуски, чтобы вот такая вальяжная походка, возьмите следующий размер и не прогадаете. Это легкий, комфортный, дышащий костюм, который создан с учетом построения новой геометрии. Что это значит? Цвета совпадают так, чтобы минимизировать визуально вашу фигуру, чтобы вытягивать ножки максимально. Посмотрите, какие широкие, смещенные к центру лампасы. Для чего? Для того, чтобы скрадывать ваши ножки, делать их стройными, делать их такими вытянутыми. Потрясающая работа с наложением разных тканей. Да, дизайнеры Артессы филигранно умеют работать с цветом, умеют создавать новые фигуры. Я хочу показать вам, насколько стрейчевая эта вискоза. 95% вискозы. Только обратите внимание, Лена показывает, как много свободы в области талии. То есть, действительно, тебя не сковывает ничего. Ты одета, одета стильно, но при этом ощущение, что ты просто обнаженная, потому что ткань слегка касается твоего тела, никакого, знаешь, вот никакой душности, как это часто бывает в костюмах. Потрясающе. И еще важная фишечка. Давайте сейчас на нее посмотрим. Вот эти темные вставки. Как вы думаете, для чего они здесь? А я вам отвечу. Для того, чтобы моделировать новую линию талии. Видите, вы считываете визуально только цветную ткань. А вот эти части камуфлируют ваши сантиметры. Поэтому посмотрите, какая тонкая, элегантная линия талии. Делать спортивные костюмы вот с такими хитростями умеет
только бренд Артеса. Я говорю очень часто, основываясь на статистике, что есть те телезрители, которые еще не сделали заказ у бренда Артеса, но тех, кто сделал только один заказ, не бывает. Это бренд, который влюбляет в себя. Я думаю, есть простое объяснение. Мы с брендом Артеса делаем красивую одежду для красивых пышных модниц более 10 лет. И мы, конечно же, знаем, как это сделать, как это сделать удобно, а сегодня это еще и супер доступно. Итак, дорогие наши, вы знаете, вот действительно самая красивая коллекция сегодня. Мне приятно, что наконец бренд Артеса в ликвидации. Такое бывает крайне редко. Посмотрите, если у вас пышные ножки, у нас тянется даже вот здесь, вот, да, по ножке у нас резиночка. Самое главное что? Самое главное то, что вы сегодня, делая заказ на сумму 3990 рублей, а значит комплект с чем-то другим, вы получаете украшение в подарок. Какое украшение вам достанется, мы не знаем, поэтому не будем показывать все секреты, но эти украшения, допустим, они сегодня и на мне. Обязательно делайте подарки. Алин, ты знаешь, вот мне кажется, наши телезрительницы, они любят путешествия, отпуск, отдых, на работу вальяжно приходить, даже вот просто пойти с детьми гулять, при этом всегда выглядеть как с изюминки. Вот этот комплект, это то, что нужно. Действительно, это та изюминка, которая займет достойное место в вашем гардеробе. Летом мы знаем, что нам хочется одеться удобно, нам хочется быть динамичными, подвижными. У нас столько всяких дел. Поехать на дачу, пойти за покупками, встретиться с подружками. Конечно. Да и просто двигаться, двигаться, двигаться. Это то, что удобно и красиво делать в этом комплекте Златослава. Итак, любимые. Потрясающие принты. Сегодня мы презентуем, несмотря на то, что этот день ликвидации, но мы привезли новые принты. Мы привезли принты, которые вы еще не видели, поэтому торопитесь заказать новые принты прямо сейчас. И заторопитесь заказать их по цене ликвидации. Сегодня целый комплект. Это брюки и бомбер за 2999 рублей со скидкой 44% ликвидации на телеканале Shoppers.